Всем привет! Сегодня видео про то, как открыть легендарных бойцов. У меня они открылись на 400-500 кубках. Это Амбер и Сэнди. Открыла здесь, в больших ящиках просто. Сейчас попробую открыть мега ящик, может повезет также. Сэнди, Пайпер, Дэрил, Шелли и Джесси. На этот раз не получилось, но это тоже неплохо. Сразу улучшает трех бойцов. Джесси. Дэрил. И Пайпер. Вот и все. Так, этим видео хотел показать, что в таких кубках, вот сами видите, сколько у меня их. Открыл я этих бойцов еще раньше, когда было 400 с чем-то кубков и 506, по-моему, кубков. Открыл Сэнди. Всем приятной игры. Пока.